Существует несколько типов русских людей в Германии. Первый тип, наверное, встречал каждый, кто сюда приезжал, из туристов или кто здесь жил. Это такие люди, которые услышат даже одно слово, ты сказал на русском, если, они от тебя не отстанут ни за что. Просто вот будут везде ходить за тобой, там, о, братан, ты тоже русский, вау, круто. Не дай бог таких людей встретить в баре, это ужасная, ужасная катастрофа. И второй тип, это вот наоборот, такие штирлицы, можно сказать, которые при любом случае стараются максимально походить на немцев. Стараются говорить, пусть даже на ломаном немецком языке, просто чтобы ты ни в коем случае не догадался, что они русские. Вот, абсолютно.